Всем добрый день, доброе утро. Мы выезжаем на вручение основного диплома моей семьи. На сегодня вручение. Кто смогу, то сниму. Закладывают они 2,5 часа на вручение. Мы сейчас выезжаем пораньше, потому что переживаю, что будет пробка. Вот, поэтому у нас есть такой день. Ну, работы у меня нет, у меня еще потом дальше работа, конечно. Вот, такие планы на день. Вчера завтрак-то я не подзагрузила, что я снимала. Объясняю вам про хлеб, а я не загрузила эти видео. Ну, ничего. Сегодня не получилось ничего позавтракать, все. Кофе попила, кофе с медом попила. В общем, вот такие дела. Всем хорошего, продуктивного четверга. Всех обнимаю, целую, до связи. Мы приехали. Идем на вручение. Видите название точки кипения? Идем. Мои. Валерончик, иди к ним, я тебя еще покажу. Мои. Ну что это? Ну что это? Вот он, главный корпус. Будет вручение. А вот педуниверситет там, через дорожку. В актовый зал еще не пускают. Профессора. Коридорчики. Чистенько у них. Хорошо. Прям хорошо. А кто это? Просто я думала поставить. Самая красивая девочка. Абдуллаеву Рафаэлю Марселевичу. Ушуева Александра Николаевна. Ксенька, как в ЗАГСе расписала? Как в ЗАГСе? Все экзамены и зачеты. Вы подготовили дипломы и защитили их. У нас сегодня здесь и бакалавры, и магистры. Мы выдаем дипломы вам всем вместе. Значит, очень рад тому, что вам удалось закончить учебу, и нам удалось помочь вам в этом. И надеюсь, что с бакалаврами мы еще не расстанемся. Надеюсь на то, что вы поступите к нам в магистратуру и продолжите обучение на второй ступени высшего образования. Магистры, к сожалению, у нас уходят, но я не думаю, что здесь надо грустить, надо радоваться, потому что они получили специальность, они получили диплом, и мы надеемся, что этот диплом поможет им в жизни. Вот. На нашей встрече сегодня присутствует наша заведующая кафедрами. Вы все их знаете. Были бы вы первокурсниками, я бы представил.
представляла, поскольку выпускники этого нет необходимости. И есть представители предприятий, которые, может быть, чего-то скажут полезного вам для дальнейшего трудоустройства. Попутно заведующему кафедрой фабричного производства, академику Российской академии наук Лысакову Владимиру Ильичу. Пожалуйста, Владимир Ильич. Добрый день, уважаемые, уже можно сказать, коллеги. Некоторые, правда, еще, я надеюсь, будут учиться и дальше. Я имею в виду бакалавров. Но хочу сказать, что, соответственно, 4 или 5 лет назад одни из вас приняли правильное решение, первое правильное решение, взрослое решение в своей жизни, поступили в наш университет. Конечно, наш университет, вы, наверное, уже теперь понимаете, не самый, как минимум, плохой в нашей стране, а если говорить откровенно, то один из самых лучших. Хотя бы потому, что он занимает очень высокие позиции в всевозможных рейтингах, не только российских, но и американских. И в числе 32 вузов страны, вдумайтесь, в числе 32 вузов страны вошел в категорию, первую категорию вузов России. Наравне с самыми известными вузами, не хочу их называть, но это, конечно, замечательное достижение. И красный диплом магистра Горлов Владислав Сергеевич. Молодцы, ребята, красные дипломники. Молодцы. Не забывайте расписываться в журнале. Молодцы, ребята, молодцы. Кузнецов Сергей Александрович. Мартынцева Дарья Алексеевна. О, девочка. Какие умнички. Тудин Яков Сергеевич. Двойка Полина Витальевна. Муругов Дмитрий Александрович. Подгорный Илья Дмитриевич. Фамилии-то все хорошие какие. Аисов Зариф Аисович. Байденко Руслан Михайлович. Сложный, даже не столько из-за пандемии. Много было у нас и ремонта, и на кафедрах, как преобразился вуз из нашей выпускающей кафедры. Как вы поступали, помните, и во что превратились кафедры? Сварочного производства, технологии, материалов. Вы в этом тоже очень сильно помогали. Поэтому, во-первых, спасибо вам, и при помощи вашей вы оставляете маленькую частичку себя в этих стенах этого вуза. Всегда будем вас помнить. И что будет правильно, это слово заведующим кафедры ваших выпускающих. Профессор Кедалов Николай Алексеевич, кафедра изделийного производства. Здравствуйте. Добрый день. Хочу вас поздравить с этим знаменательным днем, что вы стали теперь немножко умнее. Вспоминайте меня, как я вас гонял. Значит, и так соотноситесь к себе с высокой тревожностью. Если вы будете дальше работать, ну и не только, наверное, по нашему направлению, ну и, наверное, по другим кто-то пойдет работать. Значит, был на военной кафедре известный человек, полковник Юрченко. Строгий, невероятно. Вот у него была очень хорошая поговорка. Вы, говорит, должны учиться
учить себя. Вот теперь перед вами такая задача стоит. Поэтому не забывайте, что вы наши выпускники. Владимир Ильич вам сказал, что вы учились в очень хорошем, университете. Я скажу по-другому, вы учились на факультете, на лучшем факультете нашего университета. Вам всем здоровья и успехов. Давно с кем? 4 года назад, с кем? 6. Прошли по жизни достаточно длинный путь. Теперь многие из вас покидают вуз навсегда. Кто-то пробудет в нем еще 2 года, я надеюсь, что таких достаточно много. Но всегда помните, что жизнь – это достаточно сложный путь. Всегда нужна помощь время от времени. Житейская, научная. У вас есть альма-матер, ваш второй дом. Здесь всегда рады вас видеть. И всегда вам подскажет, если вам необходим дружеский совет, ну, либо научно-техническая помощь. Всегда рада вас здесь видеть. Шалом. Получение. Кто-то получил первую ступень, кто-то вторую ступень образования своего. Кто-то, я знаю, многие из вас поступают в аспирантуру. В целом, те, кто, ребята, будут устраивать, значит, свою жизнь, я вам хотел бы пожелать удачи. Во-первых, вы получили востребованную специальность, и вы всегда найдете себя в различных отраслях. И хотел бы вам пожелать, чтобы вы не останавливались на достигнутом, потому что жизнь, она получает... Нервы фон Ксеньки помотал. Надо чему-то учиться. И ваш диплом лишь дает вам один из путей вашего направления дальнейшего развития, которое ваш успех дальше... Не помнишь ты? С тем дипломом, который вы получили. Да то он вес забыть не может. Сегодня к нам пришли представители крупнейших волгоградских предприятий в гости, но спустя какое-то время, если все будет хорошо у вас, я думаю, так и будет, в гости уже будем ходить мы к вам, когда вы поступите на эти предприятия. Значит, наша гордость. Ну и конечно, да, вместе встретимся в магистратуре, в следующем году обязательно приходите. Серьезно. Не дай бог. Отлично, отлично, хорошо, отлично. Шейкину Сергею Сергеевичу. Работа никто не отменял, но кушать хочется. Сейчас быстро возьму нам с сестрой что-нибудь в бульоне, перекусим и погнали дальше. Ангелина Максимовна. Вот так вот. Настя взяла в бульоне нам рыбку, овощи гриль и салатик с капустой. Всем, кто обедает, приятного аппетита. Так, ребята, после трудового дня я еще успела помыть Леху. И нам опять привезли немножечко огурчиков. Вот еще банки стерилизуются. Вот мы решили сделать немножечко ассорти. Жалко, чтобы не пропадали. Огурчики шикарные. Видите, маленькие, очень маленькие такие. Это кажется, что большие. Вон они какие миленькие. Миленькие-миленькие огурчики. Ну вот, чтобы вы понимали, вот такие вот. Огурчики, помидорчики. Вот. Так что после трудового, рабочего, такого продуктивного дня мы еще и сейчас закрутим несколько баночек, ну 5, наверное, будет или 6, посмотрим. И я хочу показать вам еще Наташин новый чайник. Нашли мы его на Озоне под стилистику ее. Как называется, сестра, это? Что? Чайник? Не чайник, а вот как он называется? Не Бавария, а как у тебя называется стиль? Ну, как, да, вообще он раньше назывался Прованс, Прованс точно. Вот, поэтому мы в поте лица в 8 часов вечера начинаем заниматься огурчиками. Несмотря на то, что у меня очень хороший телефон Samsung, да, все равно цвета он не передает. Смотрите, какое сегодня небо. Наташа 10 этаж, поэтому у нее все очень хорошо видно. Вот здесь закладывается храм у нее.
Это у нас новый микрорайон, самый крайний. Поэтому здесь еще вот так немножечко пустенько. Вот моя волна любимая, где я мою машиночку Лёху своего. Сегодня нашла время и помыла его. Но не было времени заснять. Поэтому, мои любимые, на сегодня это все. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Я рада каждому из вас. Завтра будет новый день и новые видео. До завтра!